Євромайдановці почали кидати димові шашки, взривати в пакети. Вони з дубинками, зі всіма ділами. Слышите, да, видите, бросают именно евромайдановцы. Потом будут рассказывать, что это тетушки бросают. Ребят, там вторая колонна идет, да? Да, да, наши идут. Вот, все, все. Андрюха, Калинина не видел, где? Кого? Калинина. Не, Андрюха давно не видел. Еще раз, дымовые шашки и взрыв пакеты бросают именно евромайдановцы. Действительно, евроублюдки. Друзья, журналист имеет право находиться в местах массовых заворушений. Андрей Бородов. Ну, сейчас будет интересно, я думаю.